По милости Аллаху Субхана ва Тааля, по приглашению вашего имама Марат Хазрат Альхамдулилля, сегодня посетили ваш джамаат, дом Аллаха Субхана ва Тааля. И сделали мы только ради довольства Аллаха Субхана ва Тааля. Хотелось бы передать вам также салям от ваших братьев из мечети на Поклонной горе. И, как сказано в хадисе, сегодняшняя вот тема хотел бы напомнить нам всем про наше братство, любовь ради Аллаха Субхана ва Тааля и посещение друг друга ради Аллаха Субхана ва Тааля. خرج رجل ليزور أخا له في القرية فأرسل الله على مدرجته ملكا أي جاءه على صورة الرجل فقال إلى أين أنت ذاهب؟ Один раз один человек пошел навестить своего брата в одно село, в одно селение. И Аллах Субхана ва Тааля послал ему увидеть человека ангелом. И этот ангел спросил его: إلى أين أنت ذاهب؟ Куда ты идешь? فقال إلى هذه القرية. Я иду в это село, в такую-то деревню. قال وماذا تفعل فيها؟ В этот момент ангел спросил его: что ты будешь там делать в этом селе? قال أزور أخا لي في الله. На что он ответил: я хочу посетить брата, которого люблю ради Аллаха Субхана ва Тааля. فقال هل لك من نعمة تربها عليها؟ Может быть, этот ангел спрашивает, может быть, у тебя есть какая-то выгода от твоего брата, что-то ты хочешь от него получить, может быть, какую-то там финансовую поддержку или еще что-то, что-то попросить. На что он ответил: لا إلا أنني أحببته في الله. Говорит: клянусь Аллахом, ничего иного, кроме как того, что я его полюбил ради Аллаха Субхана ва Тааля. فقال إني رسول الله إليك أن الله يحبك بحبك إياه. На что он ответил: я обращаюсь к тебе и хотел бы сказать, что я посланник Аллаха, послан Аллахом к тебе, дабы сказать тебе, Аллах Субхана ва Тааля любит тебя из-за того, что ты полюбил его ради Аллаха Субхана ва Тааля. Садакал сидкул хува ва махаббата филлях. Вот такое, уважаемые братья, искреннее братство, искренняя любовь ради Аллаха Субхана ва Тааля. Когда мы друг друга посещаем, когда мы узнаем, как наши братья живут, альхамдулиллях, находясь даже в одном городе, бывает такое, что иногда мы не посещаем друг друга, иногда мы забываем о своих братьях. А именно это сунна пророка, и это такая великая награда от Аллаха Субхана ва Тааля. قد أهمل الناس يوم للأسف. То есть на сегодняшний день, к сожалению, люди часто встречаются, чтобы обсудить бизнес, чтобы обсудить какую-то маслаха, какую-то взаимную помощь и так далее. Даже подумать, кто нам звонит, например, даже по телефону, или кому мы, например, звонили последний раз просто так, чтобы узнать, как у брата дела. Попробовать даже так сделать, позвонишь ему: «Валлахи, брат, просто позвонил узнать, как у тебя дела», как будто это бальзам на душу, субханаллах. Вот такое должно быть братство, любовь ради Аллаха, субханаху ва тааля. Поэтому на сегодняшний день, когда наши братья болеют, мало посещают кто своих братьев, больных братьев. Если кто-то умирает, мало кто едет похоронить его. То есть дайра ту сагира дуньявия, в каком-то люди живут в маленьком круге, однако круг Аллаха, он широкий. Круг Аллаха, субханаху ва тааля, он обширный. Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, сказал в Коране: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Друзья друг другу станут врагами в судный день. То есть в этой жизни они были друзьями, но они будут врагами. إلا исключение шли, и есть исключение متقين, богобоязненные, которые встречались ради Аллаха Субхана ва Тааля, как вы встречаетесь, которые ради Аллаха посещали друг друга, которые ради Аллаха Субхана ва Тааля ходили на кружки изучения Корана, в дом Аллаха Субхана ва Тааля. Ничто иное их не связывало, кроме как богобоязненность. يوم القيامة كلهم عدوون إلا من كان أخوته لله. То есть все будут врагами в судный день. Врагами будут в судный день, кроме тех людей, чье братство было ради Аллаха Субхана ва Тааля. Также обитатели ада, когда будут в аду, и не будет у них друзей, которые бы могли бы быть за них заступниками в судный день, будут кусать себе локти и сожалеть, и будут говорить: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. У нас нет заступника. Когда в хадисе Шафа'а, в большом хадисе, где сказал про Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, те люди, которые будут в раю, и там не прочувствуют вот это полностью наслаждение рая без своих братьев, на что обратятся к Аллаху Субхану ва Тааля и скажут: у нас братья остались в аду. Нам сложно даже находиться в раю без своих братьев, в котором месте мы были в дунье, в котором месте мы жили. Тогда Аллах Субхану ва Тааля позволит им и пойти в ад и вывести оттуда обитателей ада, которые были вместе с ними в дунье, которые говорили «Ля Илляхи Аллах», которые встречались на поклонение Аллаха Субхану ва Тааля. Но однако грешники, неверующие, у которых не было друзей, любящих друг друга ради Аллаха Субхану ва Тааля, позавидуют и скажут «Фама ляна мин шафиин». То есть у нас нету никого, кто бы пришел сюда и заступился за нас. «Валя садиқин хамин». И нету среди нас друзей,
которые любили нас ради Аллаха Субханаху ва Тааля. Фахадил ухува хакикия. Это именно искреннее братство. Когда мы говорим брат, это большое слово, это великое слово. Но именно брат, он должен быть достоин этого слова, чтобы называться братом, любящим ради Аллаха Субханаху ва Тааля. Поэтому каждый себе, в первую очередь я сам самому себе, и каждый из нас должен задать вопрос: хал джаддадна ухува? Мы свое братство, которое мы говорим, братство ради Аллаха, обновили мы его или нет ради Аллаха Субхану ва Тааля? Хал алакатуна мабнияту аля ваджхи Алла, ам аля масалих дунявия факат? Наше братство, оно построено на любви ради Аллаха, на довольствие Аллаха или только взаимовыгоде? Каждый себе должен задать вопрос.